Уникальная кавказская выставка «Дары Юга» открыта для вас в концертном комплексе «Феска Холл». Она работает ежедневно с 10 до 19 часов, но пробудет у нас совсем недолго, всего одну неделю. 8 апреля – это последний день, когда вы сможете побаловать себя натуральными дарами Юга. Выставка «Дары Юга» объединила производителей со всего Кавказа. Это Абхазия, Армения, это Краснодарский край, Республика Крым. Фермеры привезли продукцию, это сыры традиционные, мясные деликатесы, из Крыма сладости, из Абхазии это специи, традиционная аджика, соусы. Все сделано по древним кавказским рецептам, по бабушкиным рецептам. Отдельного внимания на выставке заслуживают сыры и мясные деликатесы. На ярмарке представлены традиционные кавказские сыры – сулугуни, чечил, брынза, а также линейка выдержанных сыров. Своеобразный ответ санкциям. Эти сорта сыра выдержаны на шампанском или вине. Из мясных деликатесов популярностью пользуются бастурма, суджук или говядина, также маринованная в красном вине. Вот вкусно бесподобно. Вот прям, знаете, вкус действительно натуральный. Не чувствуется, что это как вот пластмасса, пластилин, как вот бывает. Это вкусно очень. Это уникальный проект, и я не думаю, что во Владивостоке есть что-то похожее. Это наша продукция сделана вся вручную. В основном это частные производители, это фермеры, это домашние цеха. Ничто заводского, ничего не... Все натуральное, без всяких ГМО, красителей и ешек. Вся продукция ярмарки «Дары Юга» натуральная, свежая, но при этом она хранится достаточно долго. У нас в основном продукция такая, которая хранится. Это сыровяленая продукция. Тот же, например, хамон мы вялим 9 месяцев, бастурму 6 месяцев. И у нас скоропорта нету, и продукция доставляется на самолете. Помимо сыров и мясных деликатесов, ярмарка «Дары Юга» славится натуральным ароматным чаем с ягодами и соцветиями, который выращен в сочинском поселке Дагомыс. А вот здесь решилась попробовать. Вот выбрала бабушкин. Мне понравилось очень состав всего. Ну, лаванда, она немножко бодрит. Ну, тоже надо при такой погоде. И вот с фиалочкой кавказское долголетие. Я буду наслаждаться, по-моему. Мне уже хорошо. Отдельного внимания заслуживают бесподобные кавказские специи и аджика, которые по праву считаются гордостью этой ярмарки. И, конечно же, ни одна кавказская ярмарка не может обойтись без традиционных сладостей. Алани – это традиционное армянское лакомство, которое делается из сухофруктов. Сухофрукты фаршируются орешками, медом и добавляются специи, корица, кардамон и гвоздика. Получается такой натуральный продукт – кавказский сникерс. Спешите побаловать себя натуральными дарами Юга. Напоминаем, что ярмарка работает до 8 апреля. Алина Кузина, Игорь Болтов. Новости на 8.